Ну что ж, дорогие друзья, снова всем привет, надеемся, вы не успели заскучать, буквально 10 минут мы находились с вами в музыкальном перерыве, ну и в соответствии сейчас будем потихоньку, будем врываться, ну и да, окей. Одного крошанула, но тем не менее мы врываемся с вами на третий матч. Как парни будут чувствовать себя здесь, пока что неизвестно. Но все, в принципе, ребята у нас на слуху находятся по никнеймам. Здесь и Шок, и Полстар, и Франтишек, и ННМ, Аризона Джессус. Отыгрывают ребята за команду Retard Team. Будем надеяться на достойную игру. Карта также Midtown. В противостоянии мы видим с вами Фармацепта. Видели его неоднократно, здесь же Купер, Конга и Экспоз. Это вот единственное, что это Гонархова не видел ни разу, но будем надеяться на достойное противостояние. Германиус, ты что скажешь? Я скажу, у Ясеня, нифига себе, нифига себе, вот это парни на экране, это вот все, что я могу сказать. Окей. Очень объективно. Ставки пошли, ставки идут, ставки текут рекой. Ну и сейчас последний матч на сегодня. И снова, да, Midtown, ну, не знаю, почему-то мне кажется, что здесь команда Retard сейчас в одни ворота вынесет. Почему-то мне так кажется. Хочу ошибаться. Ну, посмотрим, пока что загадывать не будем, давайте за первым раундом сразу же будем наблюдать, камеру наверх, вектор атаки направляется под позиции Аплента, врывается уже на лонг, пошла перестрелка с Вином, там Купер и Фармацепт пытаются как-то противостоять, от Полстара опенфраг, Купер моментальный размен, есть выход на двойку, Полстар даблкил, триплкил, ай-яй-яй-яй-яй, ну так еще с Грены умереть, Фармацепт, конечно, грамотно сыграл на сейв хаешками, но там еще и Джессус сидит в Плинту, Франчик хороший сейв, Конго остался в соло. Конго! Попытка затащить клатч раунд. Ухухухухухо. 14 хп остается, но там Франчишек все прекрасно слышит. Кладется дым и... Ай-яй-яй. На дефьюз-то. Как сесть-то? Как сесть-то? Как ты сел и даже не пытался, то есть, отвлечься. Хотя Франчишек находился очень рядом. Ну ладно. Первый раунд за атакой. Полстар, конечно, здесь явно отличился. Ну и посмотрим за раундом номер два. И снова это молниеносная альфа. Купер вместе с фармацевтом будут здесь вновь пытаться принимать своего грозного оппонента. Шок у нас уже под БТРом. Хочет все-таки пропрыг сделать на двойку. А там ННМ уже находит минус по фармацевту. Шок забирает экспоузда, ну и Купер размен, 2 минуса от него, а там Конга на семерку идет, ой-ой-ой-ой-ой, Купер с Конга здесь, конечно, дали жару. Ну что ж, теперь все зависит от Франчишика, у которого 70% здоровья. Ставит пачку на Купера, а двое соперников-то уже на арке. Одного снимает, 46% здоровья у него остается. Один на один, по хп все на равных. Кто же все-таки окажется фаворитом в этой перестрелке, пока что непонятно. Но очень опасно играл сейчас Франчик, по сути, за такое где-нибудь в элитном и легендарном дивизионе уже бы наказали. Но сейчас Франчику очень сильно везет. Выход на двойку и совершенно не знает о своем сопернике под беттером. 20 хп. 20 хп остается у Франчика. И кто кого? Конго здесь, по идее, должен забирать этот раунд. Да, он видит Франчишика и вешает еще и пачку такую жесткую довольно по оппоненту. Но 1-1 есть паритет, хотя могли оступиться и вновь команда Given Rise to Win. Ну и давайте смотреть за раундом номер 3. Пока что не изменяет своим традициям игроки команды Retard. Снова летят под апленд, снова прокиды, снова гранаты эти самые несчастные, на которых подорвались в первом раунде. Ну и здесь Шок, дропнулся тоже на гранату, 17 хп у него остается, и здесь его надо уже на самом деле менять, потому что этот парень 17 хп вряд ли сможет дать опен фраг. Ну что ж, смотрим, под экспоуз-то залетает все-таки хаешка, есть минус, а Купер попытается еще как-то отыграть здесь на сейф, опять на пропрыжке находится Шок, но фармацепт его в этот раз не прощает на двойке. Купер здесь, ну в принципе стандартная точка, но ее не всегда чекают, не знаю как он там отыграет, да и в принципе атаки на позиции аплента у нас как таковой нету. Ребята постреляли на длине, пошла перетяжка, Конго разбирается с полстаром, есть информация, то, что это аркада семерки, но тем не менее Конго принимает решение играть на сейф. И решение довольно хорошее, на самом деле. Здесь сразу за стеллажами его никто чек не будет. Да, возможно, сюда упадет дым или граната, но вероятность этого, на самом деле, не такая большая, как кажется.
Джессус пока что очень медленно идет все чекать, он не знает, где находится Конга. А вот Конга выходит по таймингу, но Джессус смог его перестрелять, и будет перетяжка от Гонахова у нас, и Купер вместе с фармацевтом здесь тоже остается в него дел. Альфа-то прошли уже, а ребята очень битые. Ну что ж, смотрим за развитием событий, как ребята будут играть дальше. Франчик поставил фугас, ноунейм попытается принять сейчас двойку. И у Франчика получается неплохо ему саппортить. Есть минус, фармацевт просто на уверенности прется под позиции. Альфы, да ладно, нет, все-таки ноунейм его увольняет. Купер есть размен, но Джессус рыдовый отходит все-таки на позиции длины. Должен прекрасно понимать то, что ему нужно играть сейчас на сейф. Более аккуратно, куда ты, что ты делаешь? Купер на двойке с 1% здоровья, он слышал своего соперника и сейчас просто может поставить пачку. Нет. Было близко, но пока что у нас Гонахов вместе с Экспозным сидят с нулями. Вот ребятам надо просыпаться. Здесь все-таки не хватает их явно в стрельбе. Но сейчас выход на семерку, и причем вчетвером, похоже, сюда. Или втроем. Подожди, а вот да, вчетвером. Ноунейм также здесь на семерке у нас. Раскидка пошла, но это, возможно, кстати, фейк будет, хотя выглядит как полноценный заход. Да, и заход есть. Заход есть у Конга. Получается сделать сентри фраг вместе с фармацевтом, но жест с размен. Но Гонахов вместе с Экспозом должны здесь удерживать натиск своего оппонента. От Экспоза, да, есть все-таки пачка. Далее есть информация по зонтам. Джессус моментально забивает своего соперника. И ноунейм продолжает перестрелку в соло. А там за спиной еще находится соперник Экспоза. Через ширму его забивает. Ай-яй-яй, Джессус отыгрывает сейчас по голове Купера. 77% здоровья у него остается и перетягивается под аплейнт. 77 хп. Ну, не знаю, пока что здесь как-то все по хпшкам относительно. Но, тем не менее, фармацепт только в этом раунде нашел 2 минуса. И у него еще 35 хп осталось. А вот фармацепт, сотка на холсбаре, 5 фрагов у него имеется. И, ага, все, есть инфа по Джессусу. И у Джессуса также падает информация по фармацепту. Ну и бомбу пока что не удается поставить. Возможно, будет мув через центральное кафе, но мне кажется, да, Аризона будет стреляться с КТ-спауном до победы, но здесь уже Экспоз приходит. Экспоз, на самом деле, рановато пришел. Очень рано пришел, и ему... Не понимаю, зачем закрывать эту точку, было бомба не ставилась. Да, Купер тоже пишет в тимчате, ну ты что типа делаешь-то? И Джессус, так-то и потащить этот раунд может. Давайте смотреть. Но с учетом того, что он убрал уже одного из своих соперников и забросил еще дамаг по второму, а то, да, вполне просто на уверенности зажимает кассу. 1 хп у этого парня остается, и он приносит все-таки третий раунд в актив своей команды. 3-1 счет на табло, Retard Team у нас впереди находится на 2 раунда. Ну и в соответствии, если ребята собираются как-то тащить, то как бы пора уже просыпаться, а то уже отдали 3 раунда атаки. Это не самая лучшая ситуация. Да, пока что начало такое себе. Здесь Конга теряет еще свою голову. Фармацевт вместе с Экспозом будут давать отпор. Здесь полстар на минус по Куперу. Но теперь можно и в Альфу выйти, и в Бету можно выйти. Но здесь остается последний Экспоз, 46 хп. И по нему от полстара также минус заходит. Атака не щадит. То есть ретарды пока что очень хороши именно на этой половине. На смене сторон, по идее, еще проще будет, но, возможно, мы увидим небольшой, так скажем, резонанс на этой карте, что атака будет сильнее обороны, ну, с обеих сторон. Но пока что Экспоз, то фраг по Франчишку, Джессус, размен по Куперу, но здесь Экспоз готов в случае прохода под апленд давать кавер на товарища на своего Нагонахова. Ну и смотрим пока что слоуплей. Но здесь шок под БТРом, раскидывает хаешки, все-таки принимается за атаку аплента, и Экспоз лепит довольно неплохую пачку. По ноунейму падает информация. Ой-ой-ой, ну дожмите вы его уже, нельзя так долго, чтобы парень жил под позициями плента, но тем не менее, ноунейм убирает еще одного своего соперника, фармацепт заходит в спину, и здесь Джессус сейвит своего тиммейта на ланге, спокойно лепит пулю в лоб, это 5-1, вообще пока что без каких-либо шансов, просто в салат разматывает своего соперника, 4 раунда преимущества, далеко не кончилась первая половина, еще 3 раунда остается, если это будет 8-1, то это уже все, точка невозврата. Ты знаешь, даже уже вот 5-1 кажется, что ну очень жестко. Я думаю, хотя бы еще один раунд в атаке-то заберут. И даже при таком раскладе 6-3 в атаке, но это очень сильно. Гонахов делает наконец-таки свой первый минус в этом матче. И здесь Аризона наткнется. Наткнулся.
Только фармацепт на пулю Аризоны. Что-то как-то не понял я. Но я... А ты видел это? Нет, я только переключился, когда уже убрали фармацепта. Но, тем не менее, не знаю, как здесь все-таки будут действовать ребята. Атака действительно просто сметает все на своем пути. А Конго пытается как-то противостоять на миду, но Полстар увольняет этого парня. Гонархов остается в соло и его также убирает на ноунейм. 6-1. Довольно легкий и спокойный раунд для команды Retard Team. А что я сказал в начале матча? Что я сказал? О чем? А, то, что ретарды будут тащить? Ну, то, что здесь, да, подчистую разберут. То есть, ну, я не хочу сказать, что я бог прогнозов, но здесь сама ситуация говорит за меня. То есть, ну, и здесь выход под аплент, и снова Шок забирает Купера, и в Альфе ни у кого нету. Ну, отлично, отлично. Все шикарно, все шикарно. Ноунейм сейчас погибнет от фармацевт. Ага, не погиб. Сейчас. Фармацевт даже не попал ни пули, но здесь все уже можно ничего не говорить. Фармацевты просто задают. Этот на нож его уже хочет забрить. Да попади! Ни одной пули, ни одной. О, боже. Там ноунейм все успел переюзать. И нож, и пистолет, и перезарядиться, и не потерял ни одного хп. Серьезно, парни, ну так нельзя играть. Так нельзя играть. 7-1 за командой Retard Team. Просто в салат. Здесь вообще ничего не происходит. Никакого сопротивления. Что? Вообще. Да, ну и как ты говорил, если будет 8-1, то это точно точка невозврата. Да и 7-2, я считаю, уже здесь тоже как бы не особо-то с ней можно и вернуться. Но смотрим, пока что есть 2 энтрифрага, ну и фармацевт здесь погибнет, скорее всего. Так или иначе, да, Купер тоже гибнет, и это 8-1. Первая половина заканчивается, ну прям вот грязно заканчивается, я бы сказал. Очень грязно. Ну ладно, так или иначе... Элитарды, ну, мы на них, так скажем, и ставили. Ну, давайте посмотрим, что преподнесет нам вторая половина. Если сейчас будет 9-0, то я могу сделать просто стрижку-вспышку, поджечь себе волосы на голове и быть счастливым. Ну, не знаю, насколько ты будешь счастливым, но... тем не менее, здесь возможно все, но мне все-таки кажется, ретарды уж больно жестко прокатились по морали своего соперника, вообще ничего от нее не оставили. Там даже как таковых обсуждений, там, мне кажется, у парней даже сил на эмоции уже просто не осталось. Ну, все понятно, что забей, тут как бы приплыли уже, все конечное, другого не будет. Так что, если сейчас все-таки соберутся, настроиться на камбэк и будут стрелять, тогда да, Explosive сам по себе довольно неплохой игрок. Мы видели его неоднократно в деле. Хорошо читает своего соперника и по стрельбе вроде никогда не проседал, но сегодня у него просто что-то невероятное творится. Фармацепта видели пару раз на элитном дивизионе. Тоже парень вроде показывал себя с лучшей стороны, но сегодня опять отключается. Конго... Ранее мы наблюдали постоянно за командой Фармаце, парни очень часто отыгрывали на арене, тоже был одним из лучших сейверов, просто постоянно сейвил своих тиммейтов, отыгрывал на точках грамотно, инфа сливалась просто от него моментально, и по стрельбе все было супер, опять же его нету. Ну, по Куперу и Гонархову ничего сейчас не скажу. Купера видели пару раз, но, тем не менее, опять же, какой-то филигранной стрельбы, как сейчас, так и тогда мы не замечаем. Здесь просто на уровень, да, на 3 уровня по стрельбе ретарды выше своего соперника. Ну, а о том, как они сплоченно работают в атаке, я тоже уже молчу. Они сразу же заходят толпой, и у каждого из игроков, внимание... распределено по сопернику. То есть они не гасят просто вчетвером одного там из 4 столов, а видят то, что так здесь по нему дамага не идет, надо его убрать. Так что здесь молодцы ребята в этом плане. Ну ладно, сейчас ретарды в обороне. Посмотрим, будет ли это easy game 10-1 или же все-таки будет сопротивление. Ну, поехали! Со счета 8-1 мы продолжаем смотреть вторую половину между командами Retard и команда Given Rise to Win. Ну что же, поехали. Конго
Уже потерял львиную часть здоровья. Конечно, начало не самое приятное. Шок находит минус по Конго. Купер размен. Ну, Купер, в принципе, всю первую половину отыграл неплохо, поэтому этот парень может здесь неплохо раздать. Но и фармацевт пока что стоит на кавере. И что у нас? Да, пока что стоят. Пока что стоят игроки команды Given Rise to Win. Ну и под семерку здесь будет заход под Джесус. И здесь... Ууу, Джесус начинает. Джесус может и не отпустить. Но все-таки Купер разменял, да, но он очень жестко поставил. Просто не понимаю, что лепит сейчас Джесус, но тем не менее ситуация 3 в 2 и преимущество у команды Retard Team. А Купер потихоньку выходит, ну там Франчик такой, куда собрался, иди сюда, мой сладкий сахар, есть минус от Франчика. И Купер пытается навести здесь как-то шороху, но ноунейм просто на питон, местный ковбой, это его точка. Есть минус. Девятый раунд у команды Retard. 9-1. Все спокойно, все легко. И да, 8 матчпоинтов у команды Retard. Сейчас генерал Свин пока что вообще ничем нас не порадовали. Ноунейм. Есть минус по фармацевту. Конго пробегает уже по двойку. Ну и здесь ноунейм даблкил уже оформляет. Ну, правда, он бит очень не остается. К нему приходит полстар на хелпу, делает минус по экспозу. Ну и Гнахов вместе с Купером опять же 2 в 4. Ну, здесь прям, вот я не знаю, здесь уже не остановить. Но вот Гнахов забирает все-таки полстара. Там еще и Франтишка можно. Да, отлично. Ну, это 2 в 2. И с учетом всего этого ноунейм еще рыдовый. 12 хп у него остается, и он должен слышать перетяжку под центральное кафе. И Джесус моментально должен перетягиваться под альфу. Да, здесь ноунейм уже готовится принимать выход центрального кафе. Ага. Тут его не чекают вообще никак. Он со своими 12 хп находит еще один минус. Ну и Купер в соло. Да, есть в руках УА-93 парные. Да, это довольно имбовый девайс. Но, тем не менее, один против двоих. Причем довольно неплохих стрелков команды соперника. Ну, здесь уже просто неиграбельно. Особенно, когда моралька уничтожена. Да, причем уничтожили ее очень быстро и очень качественно игроки команды Retard. Но... Купер пока что ползает, пытается найти минус по ноунейму, понимает, что один в один будет проще отыграть ситуацию, но его время на самом деле пока что еще не вынуждает на установку бомбы. Ну и давайте смотреть дальше у нас, что здесь Купер, будет ли бомба, да, принимает решение установки, и сейчас ноунейм вместе с Arizona Jesus попытается забрать 10-й. Будет ли счет 10-1, пока непонятно, потому что Купер очень хорошую позицию, в принципе. А по таймингу-то отвернулся-то как неприятно. Вылетает, есть минус раз. Да и... ну! Вот если бы ноунейм сейчас не зафейлил, то все было бы прекрасно у команды Retard Team. Но у них и сейчас все нормально, они просто дают второй раунд команде соперника, но тем не менее могли бы уже на этом закончить. А сейчас могут еще несколько раз поплатиться за свои ошибки. Франчик закрывает центральное кафе за собой, есть сейф альфы, это ноунейм и шок. Шок опять же принимает решение поиграть на аркаду, Франчик по-прежнему со своим снайперским девайсом. Не знаю, почему он избирает именно его, но тем временем шока пропустил. Или уже на аркаду, первая голова от него есть. И далее Купер все-таки увольняет своего соперника. Ноунейм по-прежнему в альфе. Но и стоит атака. Просто сидят, ждут. Ну, может, дождутся чего-нибудь. Да, но и выход под семерку вполне был вероятен. Пошумели и отошли. Возможно, это будет снова теперь выход, правда, уже под центральный кафе с плитпушем через длину. Посмотрим. Напрягается четверка от ноунейма, минус на экспоуза, да, Купер также поймал по себе дэмэдж, Гонархов играет сейчас на четверке, но тем не менее принимает решение стянуться на тиспауна, там еще и полстар, все не сидится ему на месте, попытается выйти на аркаду, от ноунейма минус, Купер пытается забросить по нему дэмэджа, но зазря, очень зря, Гонархов остается в соло, один против четверых, там еще и выход в спину от полстара, и это все-таки десятка на счетчике для команды Retard Team, 10-2, просто easy win. Поздравляем их с победой, ну и давай обрадуем наших ребят, кто делал ставки. Так, 10-2 на Retard на Твиче не было, поэтому на Твич код без последней цифры. А на Ютубе 10-2 было ли? Тоже нет. Поэтому и туда, код без последней цифры, дорогие друзья. Ну а мы на сегодня с вами будем заканчивать.
Да, ребят, мы с вами посмотрели сегодня, ну, как минимум, два довольно жарких матча. Да, я согласен, на втором матче как-то вторая половина прошла в одни ворота, но, тем не менее, ребята старались и сопротивлялись до последнего. Первый матч, еще раз скажем, спасибо нашим девчонкам и, в соответствии, парням за сопротивление. Очень хороший матч мы с вами видели. Пока что... Напомню, что ребята у нас готовятся к лан-финалам, мы будем с вами находиться на рейтинговых турнирах в течение буквально вот еще 5 дней сегодня, если не считать, то уже 4. Так что следите за новостями в группе Point Blank Esport Official Public, когда у нас стримчанский, во сколько начинаем, ну и в соответствии, кто же будет у нас играть. Мы с вами прощаемся, в студии сегодня для вас работал я, Максим Чеев, Герман Громов, пока-пока.